В ряды пионеров сегодня вступили более 300 новосибирских школьников. Красные галстуки вручили на торжественной линейке в Центральном парке. Ко дню пионерии здесь высадили новую аллею. Это первые шаги масштабной реконструкции парка. Репортаж Вероники Ивановой. Глубокая яма, дренаж, обильный полив – все, чтобы ели прижились скорее. 20 деревьев в Центральный парк привезли из кемеровского питомника. Посадку приурочили ко дню пионерии. Сам парк тоже своего рода пионер. Здесь опробуют новый подход к развитию мест отдыха. Сегодня начинается как раз первый раз, наверное, в Новосибирске именно правильная дендрологическая засадка парка. И это, наверное, важно именно потому, что это Центральный парк. Мы говорим, что это сердце Новосибирска. Именно в Центральном парке мы начинаем по-новому сажать деревья. Не просто кому-то где-то захотелось посадить дерево, а именно сажаем правильные деревья, которые здесь разработаны, схемы которых утверждены. Старые больные деревья, которых здесь большинство, спилят, приведут в порядок газоны. Я хочу сказать всем большое спасибо и выразить надежду на то, что наш любимый Центральный парк, главный парк нашего города, преобразится, и в ближайшее время мы его не узнаем. Для начала решили восстановить живую изгородь, которая защищала бы от пыли и шума дорог. Сама реконструкция зеленых насаждений разбита на 4 этапа. И первый этап – это воссоздание как раз зеленого периметра парка. Для того, чтобы создать внутри благоприятный микроклимат и, собственно, в дальнейшем уже продолжить интенсивную работу внутри самого паркового ландшафта. Уже восстанавливают дорожки парка. В плане водоемы. Передвинуты сцену для концертов и праздников. А сегодня здесь посвящают в пионеры. Анатолий Локоть напомнил, пионерия всегда показывала пример. Пионер значит первый. Значит, вам первыми быть в учебе, первыми быть в делах, первыми быть помощниками в непростых очень государственных делах. Самые ответственные и инициативные на торжественной линейке получили красные галстуки и торжественно клялись быть первыми во всем. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости.